Январь и февраль словно душистый предбанник года. Два месяца на раскачку и знакомство с символом 2021-го. Привыкаем к друг другу, осваиваемся, готовимся к плодотворному сотрудничеству. Проявлять свою агрессию именно мычанием, копанием, что не подходит. Моя территория. То есть он нас сейчас напугать пытается? Да, он пытается нас напугать, потому что так он проявляется. Так животные не буйные, спокойные. Мы обслуживаем их спокойно, ходим у них в ворках, по фермам ходим. Вот. Когда нет посторонних людей, он так не проявляется. Он уже, они привыкают к нам, к нашим голосам. Даже к одежде, то они привыкают. Привычка – дело наживное. Ускорить процесс принятия можно кормом, то есть добрыми делами. Также рогатые джентльмены, несмотря на брутальность, любят ласку. Берите на заметку. Так они спокойные, очень дружелюбные. А вот громкое мычание – призыв соплеменников к обороне. Так что посягать на чужое точно не стоит. В приоритете у хозяина года – порядочность и трудолюбие. Если финансовых вершин невозможно достичь честным путем, от задуманного лучше отступить. Андрей приглашал к нему присоединиться и погладить барона, но что-то будущий символ Нового года не внушает мне доверия. И хочется все-таки продолжать и дальше вас радовать своими сюжетами. Поэтому мы лучше потихоньку удалимся. Не действует ласка, тогда попробуйте задушевные разговоры. Хуже точно не будет. Дорогой друг, ты знаешь, что следующий год – это твой год? Все будут тебя чествовать. Все будут говорить, какой ты хороший, чтобы, чтобы замаслить тебя, расположить к себе. Но я знаю, что ты меня понимаешь. Мы же можем с тобой общий язык найти. Имейте в виду, что семья для консервативного быка всегда на первом месте. Хорошие дают потомство, мы делаем помесь животных. Кроем казахской белоголовой коров, абердин ангус, мы получаем хороших телят. Вот, телят хорошо растут, активные, веселые. Прогнозы астрологов и фермеров, как ни странно, совпадают. В 2021-м дела в гору пойдут у тех, кто собрался строить дом и создавать семью. Правда, все намеченное сбудется лишь у людей, нацеленных плодотворно потрудиться. Марина Корякина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».